Комплекс многофункционален, сделан по английской технологии. Таких только три в России – Москве, Петербурге и теперь в Анапе. Предназначен он для сжигания не только биологических отходов, но и бытовых, пищевых и медицинских. Передвижной ветеринарный комплекс куплен для всего Краснодарского края. Самое главное его назначение – уничтожение очага инфекции. Весь комплекс, который в случае возникновения инфекционного очага, то ли это птичий грипп, то ли это африканская чума, то ли это какая-нибудь другая, в общем-то, зараза, которая опасна для человека и для нашего животноводства, этот комплекс выезжает, разворачивается и начинает работу. Раньше справлялись с такими проблемами, вырывая двухметровую яму, и в ней сжигали бытовые отходы. Приобретение ветеринарного комплекса упрощает процедуру. Что в него входит? Значит, вот этот инсинератор, который, значит, вы здесь видите, вот, который, в общем-то, загрузка до 6 тонн, в него можно загрузить материала. Скорость сжигания 500 килограмм в час, вот, и температура достигает до 900 градусов Цельсия. Значит, кроме этого, два тягача, вот, МАЗ и КАМАЗ, вот, узел, передвижной узел связи, две палатки на 28 человек, два генератора, дезинфекционные блоки. Вот, кухня передвижная. Впервые этот агрегат используют в конце апреля на учениях. В них примут участие все ветеринарные специалисты Кубани.